Здравствуйте. В прямом эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Марш-бросок на 2000 километров. Самарский военный принимает участие в масштабных учениях. Все идет по плану, где уже в Самаре потеплело. Наркотики за биткоины. Преступные картели осваивают киберпространство. Эксперты решают, как с этим бороться. Самарские военные принимают участие в учениях «Поиск 2018». Маневры будут идти всю неделю вплоть до 5 октября на полигонах Матыбулак и Гвардейский. Российские подразделения совершили марши из пунктов постоянной дислокации к железнодорожным станциям Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. Бойцы вместе с техникой преодолели более 2000 километров и сходу приступили к выполнению задач. Кроме разведывательных войск от России также участвуют подразделения спецназначения ЦВО. Это более 300 солдат, 2 самолета-разведчика, беспилотники «Орлан-10» и «Форпост». В совместных маневрах также принимают участие военные Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении. В Самаре батареи потеплели в каждом третьем социальном учреждении. В городе продолжаются работы в связи с началом отопительного сезона. Особое внимание школам, детским садам, а также больницам и поликлиникам. Ближайший план работы обсудили на еженедельном совещании Департамента городского хозяйства и экологии. Перед руководителями районов и коммунальщиками поставлена задача четко следовать графику подключений, следить за состоянием труб и в максимально короткие сроки войти в нормальный режим отопления. Коммунальщики пообещали закончить работы к концу этой недели. Тогда же большинство самарцев почувствуют тепло в своих квартирах. Задача, которая стоит в ближайшее время, мы должны на конец недели выйти с максимальным процентов на 80 по подключению всей сферы по теплу. Нам небесная канцелярия помогает в плановом нормальном режиме в период, когда еще, скажем, относительно тепло, возможность отрегулировать все системы теплоснабжения. В Самаре нет санаториев для восстановления пациентов после пересадки почки. А чтобы попасть на лечение в другой регион, приходится годами ждать очереди. Эти и другие проблемы, связанные с реабилитацией, обсудили в областной больнице имени Середавина. Главная задача конференции – улучшить работу медико-социального бюро и помочь пациентам решить проблемы с восстановлением. Еще одна проблема – многим пациентам отказывают в лечении из-за того, что им не присвоен статус инвалида. Поиском решения этих задач занимаются не только представители областных, но и московских общественных организаций. Понять реабилитацию для наших пациентов очень сложно. Дело просто в том, что при отказе почек возникает поражение всего организма. Страдает кроветворная система, страдает желудочно-кишечный тракт, появляется много сопутствующих других заболеваний. И все, кардиология, неврология, система кроветворения, все нуждается в поддержке. Криптовалюта – новый способ оплаты за наркотики, а 2/3 преступлений, совершаемых в Самарской области, это сбыт запрещенных веществ. Что могут противопоставить силовики и эксперты новым вызовам, разбиралась Мэри Елчан. Наркотики за биткоины. Дилеры шагают в ногу со временем. После того, как киви, кошельки, с помощью которых шла оплата запрещенных веществ, стали блокировать, наркоторговцы решили использовать так называемую электронную валюту. Конечно, существенное затруднил нам нашу работу, потому что, во-первых, в основном все эти обменники и биржи криптовалюты находятся за пределами Российской Федерации. И, допустим, чтобы, например, направить запрос в какой-то локал биткоин, например, биржу, да, это необходимо через Интерпол. То есть мы получаем ответ только через 2 месяца. В общей сложности в минувшем году самарские полицейские изъяли у наркодилеров свыше 40 килограммов психотропных веществ. Раскрываемость преступлений в сфере оборота наркотиков в сравнении с прошлыми годами увеличилась. Свыше 80 лиц задержаны, в то время как в прошлом году число задержаний было втрое меньше. Елена Лапушкина на заседании антинаркотической комиссии поручила активнее внедрять новые методы в профилактике наркомании среди самарских подростков. За нами с вами огромная ответственность за эти решения, за ту работу, которую мы с вами осуществляем по данному вопросу. Роскомнадзор, в свою очередь, в этом году заблокировал свыше 50 интернет-ресурсов. Во всех самарских школах ежегодно проводится тестирование на употребление наркотиков. Жители города призывают быть внимательнее к подозрительным квартирам, которые, возможно, используются под наркопритоны. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня.
Сегодня утром в поселке Зубчининовка водитель Opel Corsa врезался в пост ДПС. Патрульные стоят практически в центре дороги на специально выделенном кольце. Как их можно было не заметить, непонятно, рассказывают очевидцы в соцсетях. Вероятно, автомобилиста занесло на дороге. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются. Почти 40 лет на двоих. В Самаре осудили мужчин, застреливших из охотничьих ружей человека и обокравших его. Как выяснило следствие, в июне злоумышленники, находясь на пасеке в Кинель в Черкасском районе, из-за вспыхнувшего конфликта убили мужчину, после чего похитили его имущество и деньги на общую сумму 42 тысячи рублей. Правоохранители объявили розыск, но это не остановило их от совершения других преступлений. Чуть позже один из преступников проник в квартиру на Ленинградской в Самаре, избил хозяина и забрал у него 3 тысячи рублей. А через день вновь пробрался в квартиру, когда хозяина там не было, и похитил имущество на 18 тысяч рублей. Суд признал обоих мужчин виновными и назначил одному 21 год лишения свободы в колонии особого режима, а другому 17,5 лет колонии строгого режима. С 1 октября в Самаре введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. До 31 августа 2019 года включительно нельзя будет проехать по улице Крупской от Степана Разина до Фрунзе, по улицам Фрунзе и Куйбышева от Крупской до Комсомольской. Напомним, что с 27 августа текущего года по 15 декабря 2019 года закрыто движение на 350-метровом участке в районе Хлебной площади от Кутикова до Крупской. Общественный транспорт идет в объезд. Трамваи 1, 3 и 5 маршрутов не ходят до Хлебной площади, а доезжают только до Чапаевской. В парке 60-летия советской власти в Самаре незаконно вырубили зеленые насаждения. Ситуацию на контроль взяли сотрудники прокуратуры. Установлено, что Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары разрешение на вырубку не выдавал. Ущерб оценен в 2 миллиона рублей. Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. В результате возбуждено уголовное дело. Все самарцы в конце месяца могут попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Комплекс теста включает в себя три направления – легкую атлетику, плавание и силовые виды испытаний. Так, 20 октября в Дворце спорта на Физкультурной состоится единый день ГТО по легкой атлетике. Силовые виды испытаний пройдут 24 октября в спортивном комплексе «Локомотив». 27 октября в бассейне «Ипподром-арена» желающие смогут сдать нормативы по плаванию. Количество мест ограничено, поэтому желающим нужно записываться заранее. Юный фрезеровщик из Самары стал победителем Евроскиллз-2018. Он обошел конкурента из Австрии, который занял второе место, и бронзового призера из Португалии. В общей сложности в состязаниях приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран. Шестые соревнования по профмастерству среди молодых людей до 25 лет проходили в Будапеште. По их итогам Россия заняла первое место в командном и бальном зачетах. Нашу страну представляли 48 ребят из 17 регионов. Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов стал лучшим представителем России по количеству набранных баллов, выступая в компетенции фрезерной работы на станках с ЧПУ. Следующий чемпионат пройдет в Австрии в 2020 году, а в 2022 эстафету примет Санкт-Петербург. Возраст творчеству не помеха. В Самарском дворце ветеран отметили День пожилого человека, чьи выступления вошли в концертную программу и как могут реализовать себя в творчестве пенсионеры Самары, узнала Кристина Инчина. Большой друг Дворца ветеранов. Так себя называет Марина Бабкова. В стенах здания она уже много лет выставляет свои картины и работы коллег Творческого союза художников «Палитра». Говорит, что сотрудничать с Дворцом ветеранов – одно удовольствие. Но сегодня Марина Бабкова пришла не по работе, а как гость праздника на День пожилого человека. Вы видите, сколько людей пришло? Все довольно очень любят Дворец ветеранов. Все знают, и не только пожилые люди. И молодые, конечно, пожилые люди. Очень благодарны, что у них есть вот такое место, где их знают, где их любят, где их всегда ждут. В России День пожилого человека празднуется каждое 1 октября с 92 года. В этот праздник по всей стране для взрослого населения проходят концерты, выставки и фестивали. Самарский дворец ветеранов не мог остаться в стороне. Для горожан на концерте под названием «Осенняя пора. Очей очарования» пели и танцевали коллективы дворца и его частые гости. Любое выступление для нас как бы праздником является. То есть для нас это радость выступать. Это вот, вот мы танцуем, это вот наша жизнь. Получаем от этого большое удовольствие. Да. И удовольствие также приносим нашим зрителям. Для пенсионеров в Самарском дворце ветерана работают тематические кружки на любой вкус. Например, рисование, вокал и бальные танцы. Директор дворца считает, что это очень важно – быть заинтересованными в пенсионерах не только во время праздника. И показать им, что возраст – это состояние души, а не цифры в паспорте. Это день молодого человека.
потому что пенсионный возраст, пожилой возраст дает очень много преимуществ людям. У них появляется главный ресурс – это время. Время и возможность заняться тем занятием, до которого в обычной жизни просто не доходили руки, было просто некогда. Вы увидите, это язык не поворачивается, назвать их пожилыми людьми, потому что это очень добрые, светлые, ясные, позитивные люди. Концертная программа завершилась награждением активистов Самарского дворца ветеранов за вклад в развитие советского района и неугасающую любовь к творчеству. Кристина Инчина, Артем Сулайманов. События. Самарская набережная заняла первое место конкурса Russian Event Awards в номинации «Лучшая площадка для проведения туристического события». Второе место в той же номинации занял музей «Самара Космическая». «Модерн в облаках» завоевал второе место среди лучших программ мероприятий, посвященных чемпионату мира. А фестиваль цветов стал третьим среди лучших городских праздничных событий. Бронзу в своих номинациях также получили форум ПФО «Иволга-2018» и «Волгофест». Напомню, финал конкурса Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов прошли 13 регионов. Они представили 137 проектов в области событийного туризма. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Возрождение Парижской коммуны и ремонта улицы жители ждали 14 лет. Впервые в Самарской филармонии Московский государственный симфонический оркестр под управлением Когана исполнил музыку русских композиторов. Со студенческой скамьи топ-менеджеры молодежной биржи труда выставила вакансии. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.